В свое время я написал монографию, которая была посвящена теории личности, теории формирования и развития личности. Звучит, что я в каком-то месте был нездоров. Но я определил там, что такое личность. Там я говорю, смотрите, вот эти про личность говорят это говорит про личность это. Это вообще непонятно, про что идет речь. Давайте решим, что личность — это просто продукт социализации ребенка в социуме. То есть вот он появляется в социуме, и дальше с ним социум начинает взаимодействовать. Продуктом его социализации, взаимодействия с социумом, будет его сформированная личность. А процесс развития его личности будет состоять в том, что он эти нагруженные в него социальные конструкты раздвинет, увидит их условность, увидит большее количество возможностей, которые перед ним лежит, потому что эти конструкты не сковывают его.